Во время ночного патрулирования сотрудники госавтоинспекции Саратова подали сигнал об остановке водителю автомобиля марки «Житур». Он проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Двигаясь на высокой скорости, нарушитель неоднократно выезжал на встречку и создавал аварийные ситуации. По итогам погони на улице Энтузиастов водитель и его автомашина были задержаны. За рулем находился мужчина 2004 года рождения с признаками алкогольного опьянения, факт которого подтвердился при прохождении освидетельствования с помощью алкотестера. Результат, мы согласны. Пиши. Во время погони злоумышленник не справился с управлением и слетел с дороги. Установлено, что данный автомобиль числился в угоне. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении 19-летнего нарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7, по части 1 статьи 12.8, по части 1 статьи 12.37, по части 1 статьи 12.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.